мне текилы и соли. Добрый вечер, сэр. Добро пожаловать в клуб «Алая ночь». У вас только выпивка? У нас есть все, за что клиент готов платить. Давай прожаренный хорошо стейк и бутылку виски. У вас VIP-комната есть? Да, конечно. Ваш заказ будет готов через минут 20. Пока можете пройти в любую свободную VIP-комнату. Like it's magic. Oh, yeah. Cause I see nobody, nobody but... И чего же ты хочешь? Ты правда хочешь знать это? Красивая. Как же тебя зовут? Я Мел. Моя подруга, хозяйка этого шикарного заведения Кэтрин. Возможно, ты пересечешься с ней. Мел. Я Эрон. Проведешь со мной ночь? Хорошо, проведу. Какие цветы любит Мел? Она любит не цветы, ей они даром не нужны. Она любит жеребцов, точнее выпивать их досуха, если ты понимаешь, о чем я. Не совсем, но буду готов. Посмотрим, как она меня досуха вытянет. Тут мне сказали, что ты досуха осушаешь. Кто тебе такое сказал? Это Алекс? Глупый мальчишка. Меньше слушай его. Может, расскажешь мне о чем-нибудь? Судя по тебе, ты живешь в вечных приключениях. Тебе о них знать не нужно. Ты думаешь, я из пугливых? Я ничего не боюсь. Ты оборотень, я поняла. Ладно. Мел, прости. Я такой, я вервольф. Нельзя так сразу раскрывать все карты, Эра. А вдруг я не та, за кого себя выдаю? Вдруг и убийца вервольфов. Будь ты убийцей, уже попыталась бы. Но только я бы сразу свернул бы тебе шею, Мел. Сомневаюсь, Эра. Я тоже хищница. Из темноты. Но другой раз.